Привет всем, народ, с вами снова я. Продолжаем с вами проходить Little Nightmares 2. В прошлой части мы убежали от охотника, больше я ничего не помню. Все, пошли теперь дальше. А что тут делать, я не понял. Так и не понял. Не обращайте внимания на этот грязный, вонючий поп-фильтр. Я его решил достать просто из шкафа и подумал, может быть, реально так позаписывать с ним, может быть, лучше что-то будет. Неважно. А как вообще проходить? Блять, ну ты вообще молодец. Ладно. Хорошо. А как там дальше-то получается? Дебил, больной, балда. О, черт. Его позвать надо, оказывается. Он сам не может подойти, он затупок. Она точнее. Давай, сейчас. Давай. Аррр! Ты чё, даун? Прыжок веры... Давай ещё. Ага. Да хоть заново начинай, блин. Давай, прыгай. Ага. Ты долба... Он вообще тупой. А как он ловить-то меня будет, в принципе? Он же додик. Она... Дай господи, она... Давай. Ой, сорян. Все. Прыгнула. Молодец. Давай, давай. И как? Они как какие-то обезьяны общаются. Ну и что, шипишь? Вот что ты мне опять шипишь-то? А как мне прыгать-то? А, все, ЛКМ, блин, нажимаю, скиллер, понял? Охренеть, как его это? Я же явно тяжелее. Как не перевесил-то? Наконец-то мы на другой стороне. Свершилось чудо, ёкарный бабай, блядь. Все, пошли. За мной. Ебать, это кто? Смотри, там какая-то мерзость ходит. А, опять он. Это охотник. Ля. Давай за мной, сука. Не лезь. А она тебя сожрет, я тебе говорю, братан. Он точнее. Давай прыгай, ладно, пошли. Так. Silence. Сука ебаная. Так, ну давай, все, сейчас просто бежим. Давай, дёру, братуха, давай. Лох, не попадешь. А, что ты мне сделаешь? Я в другом городе, да, получается? Азамат, извини. Так. Тихо, давай. А, лох. Косорыл, ты пацан, все равно я убежал. Я веселый таракан! Да, блядь, вот так вот и тараканы умирают. Шутка. Так, хорошо. Да! Господи, я чуть-чуть опять не попался. Так, все. Ну прыгай давай, в жижу просто. Красавчик. Давай, все, в говне. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, прячься, прячься. Ля какой. Смотри. Не, ну реально, ну классно выполнен. Слушай, этот перц. Все, брысь отсюда. Кыш. Мы пошли дальше. А мы можем в жижу спрятаться. Окей. Я надеюсь, мы тут пролезем. Смотри, какой я. Давай, 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 мы медузы, мы плаваем. Все. Давай, давай, топай дальше, братуха, давай. Так, так, ушел, все, идем дальше. Идем дальше, идем дальше. На-на-на-на-на. А, сюда, да? Ну, окей. Смотри, тайник какой-то. Тогда я открою. А, толкать надо. Окей. Я думал, открыть надо, спрятаться. Может, там пролаз какой-то. Долго перезаряжаешься, братишка. А-за-за, я пошел. Сейчас только понял, что ЛКМом только залазить надо. Бля, какой вообще. Ну просто реально, мир ужасов, слушай. Вороны падалью питаются. Окей, ну все, давай. О май год, черт возьми, хорошая работа, Олег. Стреляй! А, у него волына! Закрывай дверь, Саша. Молодец. Оружие! Оружие бери! Оружие! Стреляй! He's got a gun. Давай, 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 давай. На-на. А чё так ему в ноги попали? Он же додик. Он, ну, типа, не додик. Это мы додики. Чё ему, типа, мы ему в ноги же стрельнули. А с какого перепуга у нас отлетело окно? Ну ладно. Неважно, но мы его одолели, походу. А может быть и нет. А может быть и да. Ну! Наконец-то, господи. Опять тупим, пацаны. Опять тупим. Так. Это плот наш будет? Однако да. Кстати, ребят, на днях постараюсь Вальхейм заснять. Мне просто почему-то дверь напомнила Вальхейм. Типа она в качестве плота. А, не важно, забейте, короче. Все. Да? Мы сбежали от него. Да что ж все чешется-то, а? Все чешется. Знаешь что? Иди-ка ты то... Ладно. Просто пацаны дайнсайд, реально. Бутылки плавают всякие, мусор. Ну плывем, короче, да? Мы плывем.
Мы плывем. Телевизор плавает. А что так телевизоров там много? Мы же, кстати, из телевизора вывалились вначале. Я что-то даже внимания на это не обратил. А может, мы фиксик? Телевизор. Как вам такая теория, пацаны? Говно, да? Ну ладно. Когда страшно-то уже будет? Ох, нихера себе! Вот это да, у меня аж мурашки, пацаны. Смотри, сейчас упадет хрущевка. Смотри, смотри, сейчас звездец будет. Очуметь, вот эта картина, реально, слушай. Не, вот это реально, вот эта локация. Я впечатлен этой игрой. Вот это да. Эй, ты, бля. Ты где? Ты шо стоишь-то? Пошли. Встал. О, смотри, какой-то еще фиксик. Короче, я теперь буду их фиксиками называть всех, потому что они из телевизоров вываливаются. Братан, все нормально с тобой? Ты какой-то... Ладно. Что-то явно с ним не то. Короче, это какие-то многоквартирные дома. И сейчас какая-то будет страшная локация. Там за нами будут соседи гоняться. Телевизоры опять. Блять. Фиксики. Больной, что ли? Киллер, ты че смеешься? А? Ау. Дети, не бейте меня. Дверь нельзя открыть, но можно залезть. Я просто немножко погрузился сейчас. Сейчас какой-нибудь оболтус вылезет как. Опять телевизор. А что телевизор? Завод, что ли? Фабрика какая-то телевизорная. Может, мне какой-то телевизор нужно взять? А, залезть, наверное, скорее всего, надо. По веревке. Нет? Странно, ну, значит, вот в это отверстие. А, ну ты подсаживай меня, давай. Подсади. Так. Ага. Все понятно. Понятно. Да что я прыгаю-то, когда нужно... Ага, раскачаться нужно, и, короче, телевизор. Давай. Да хватит там шипеть, я сейчас от тебя достану. Возьму, точнее. Спайдермен. Сейчас раскачаюсь, погоди. Так. Бан. Это бан, пацаны. Просто камнем. Я что-то туплю. Я думал, можно цепануться. Блять. У меня сейчас уже истерика начнется.
Залез! Залез! Да ладно! Наконец-то, господи! Давай, сюда. Вот этому телевизор столкни. Сука. Фиксики я. Ой, я что-то это, умираю. Со смеху. Так. А я тебя знаю, блин. Ассаламу алейкум. Нормально прыгнул, да? Да. Давай дальше. Так, что тут? Кто там? Так. Опять этот наркоман. Ау, 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 больно. А, это души. Это души. Мне тут кто-то писал, короче, в комментарии, типа, там тут есть, типа, души, если все эти души собрать, то там, типа, там откроется сконцовка там секретная, что-то это. Вот, и все. А я тут, получается, возле дома пробакланил, да, уже? Ну и хер с ней, собственно. Мне бы хоть эту игру пройти просто. Ни хрена себе, чувачок. Испарился, что ли? Ломай. Что за... Что за... Просто атака, блядь, психологическая. Я сам раскалываюсь, да, типа... У меня какие-то частицы идут, как от Спудимуна, который исчез. А что делать? Телевизор выключай, это портал фиксиков мир. Вырубай давай. Отключай свою хуйню. Зомбоящик. А, мне нужно наоборот туда зайти. Соединение с миром фиксиков. Используйте ВАСД, чтобы настроить передачу. Вау. Что у меня в голове на экзамене, блин? Ну, типа, коридор нужно ровненький держать. Ля. Ля, сатанизм какой. Это гипноз, пацаны, знаете? Блин, я реально залип уже, пацаны. Салам алейкум. Ой, это же тот коридор из начала игры, пацаны. Наконец-то вид от такого третьего лица, то есть сзади персонаж. Дичь какая-то, просто дичь. А вот я в... А, я понял. Я, короче, видимо, сейчас опять из телевизора вылетел. Я пытался идти туда, идти, как в начале игры, и что-то не дошел, и меня выкинуло. Голова болит, согласен. Опохмелись, братишка. Не, ну слушай, интересно. Так... У меня анимация забагалась. А куда идти-то?
Ой, долбоёб. Ой, блин. Ой, дурак. Так, ладно, тогда а куда идти? Ну, я понял, скорее всего. Так, может, просто нужно через сетку пролезть или на сетку залезть, или что-то толкнуть, чтобы залезть на мусорный бак. Скорее всего, так и есть. Вот только что? Может подсадить? А, ну наверное, чтоб он подсадил. Подсади меня. Ладно. А, дебил, во, все, нашел, братан, нашел, давай толкай, берем. Ты мне поможешь, не? Все, пошли. За мной. За мной, солдат. Салага, о май год. Ох, красиво, красиво. Это какая-то школа, что ли, чешом? Мячик? Тебе что делать нихера, чувак? Гол, давай, забивай. Ладно, хер с тобой. Пошли отсюда. А, вот, смотри, уже понятно, что нам нужно сюда лезть. Все, пошли. Наверх, наверх, наверх. Это будто, знаете, будто какой-то... Ну, из-за вот этой глубины резкости, будто какое-то ощущение такое, что мы в миниатюрном мире каком-то. А мы еще более миниатюрные. Сейчас бабайка вылезет по-любому. Какая-нибудь мымра. Училка. А, ну вот, смотри. Ха-ха-ха-ха. Нет, включи свет. Мне не хочется в темноте бегать. А нам, скорее всего, придется электричество отключить. По-любому сейчас что-нибудь нужно это. Давай сюда. Давай сюда. Общага, пацаны, это общага. Общага, студенты здесь. Кубики. Вот это, кубики, кстати-ка, явно не такие. Неспроста они тут. Эй! Ставь. Отдай мне кубик. А что делать-то получается? Я чуть не врубаюсь, пацаны. Понятно. Понятно. Там свет какой-то падает. Понял, да? Никакой пользы от тебя нету, салага. И от меня тоже, кстати. Я вообще бестолковый какой-то.
Давай, давай, залезай. Ага. Нос опять чешется, чтоб тебя. Давай, давай, батут, батут, батут. Хопа, хопа, хопа. Ха, видел, да? Видел? Вот так вот дела делаются. Так. Мы в подполье, пацаны. Ну напугайте, что-то вообще это... Что-то спокойная серия какая-то, знаете. Давай, проходи. Что-то вообще никого. Ха, на говне и палках держится. Ой, извиняюсь. О, наконец-то страшилка. Ля, дура. Ля, мерзость. Смотри, там кто-то реально топает. Это училка какая-то. Мы в шкиле, пацаны, мы в шкиле. Не надо забывать, что мы в школе. Учим уроки. Она прошла. А зачем тебе кастрюля подвешенная? Ладно, я думал, ее раскачать можно. Просто словил ведром по башке, реально. Просто убило ведром. Тихо, тихо, тихо. Так. Смотри, там еще один школьник. Убила просто, пацаны, убила. Реально, просто бам, и все. Нет у меня больше. Фух, тихо, 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 братан, успокойся. Спокойно, спокойно, спокойно. Это школьник этот, проказник, блядь. Я сейчас хочу это. Смотри, там мыши какие-то ходят. Охренеть, меня чуть не прибило. Ты вообще думаешь, что делаешь, а? Дурак. Что ты думаешь вообще? Утенок. Все распилило меня, пацаны. Жестко вообще. Это ловушка, Джавушкер. Ха, додик. Не сможешь меня поймать, да? Мел возьми, ему член на лбу нарисуем. За такие дела, блин. Попавсь? Смотри, какие усколобы и додики. Все. А это реально задумано так? Обалдеть. Я сейчас молоток возьму, ушатаю кому-нибудь реально по лбу. На-на, поняла? Я думаю, смысла нету, да? Ха-ха-ха!
Нормально словил. Нормально словил. Ладненько, я чё? Думаю, может быть, остановимся на этом. По лбу. Вот это файтинг. Смотри. Иди сюда. Давай сейчас попробуем пройти этого додика с этой ловушкой и это. Понял, да? Стеклянный гей. Сидел там, рисовал. А, лягушку он это. Он лягушку разбирал. Точнее это, исследовал. Ладно, по всей видимости, страшилка будет в следующий раз. В следующий раз, да? А, ну вот она, собственно, страшилка эта. Тетя, блядь. Мотя. Ну мы до тети Моти дошли. Ну то есть шкила, да, вот. Кто под партами лазит, блядь? Тихо. Ля, меня спалили, пацаны. Бля, все износил. Ладненько, все, короче, на этом пока что мы останавливаемся. Пусть это дальше рисует. А мы пока что остановимся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. С вами был Киллер. До скорой встречи. Да.